Существует множество секретов, которые помогают спортсмену-стрелку достичь лучших результатов. Вот некоторые из них. Правильная техника дыхания. Спортсмен должен научиться контролировать свое дыхание, чтобы не повлиять на точность. Один из распространенных методов – делать выстрел на полувыдохе. Управление ментальным состоянием. Спортсмен должен научиться сосредотачиваться и блокировать отвлекающие мысли. Этого можно достичь, практикуя медитацию и визуализацию. Все спортсмены имеют свои собственные секреты и методы, которые они предпочитают использовать, чтобы достичь своих целей. Поэтому важно экспериментировать, пробовать разные техники и найти то, что подходит именно для вас. Я не скажу свой секрет. Никакого секрета соревнований нет. Секретики должны быть секретиками. Какой секрет успеха? У тебя? У тебя. У меня, я не скажу, это секрет. Я твой секрет расскажу. В том, что секрета нет. Приезжаешь и показываешь себя, свои возможности, к чему ты готов, к чему ты не готов, тренироваться, работать над собой. Как представить? Имя, отчество, фамилия. Кайфануть от работы. Самое главное – это тренироваться, ну, максимально, да, сконцентрироваться. Очень важно плотно поесть. Ну, секрет. Скорее всего, это просто за день я больше использую удержание, чтобы контролировать поведение мышц. Я не прям такого уровня стрелок, чтобы что-то советовать. Я знаю, что я могу стрелять нормально, и что зачастую я сама себе мешаю. Особенно я люблю понервничать, попараноить. Мне кажется, если делать что-то особенное, еще себя перенастраиваю этим. Я начинаю больше париться. То есть нужно все делать как обычно, но при этом понимать, что ты здесь работаешь, тебе надо собраться и поработать. Нужно сосредотачиваться на технике выстрела, думать о мушке в прорези, контролировать ее, плавно давить пальчиком и держать после выстрела. Техника, единая такая историческая составляющая нашего вида спорта, изученная и, ну, пропущенная через себя, наверное. Главное, надо показать свой результат и, конечно же, биться за этот результат. Получать удовольствие от того, что ты делаешь. К примеру, встречи с друзьями или отдохнуть душевно, любым способом, для всех по-разному.
Не получается, мне надо вопросы задавать. На скатике обязательно тренера заставляют работать. Блин, давай задам, мне не получается. Могу рассказать секрет Андрея, как и обещал. На самом деле, ему просто везет. Он ест, короче, много бананов. Бананы – это здоровье! Придется тренироваться с утра до вечера, днем и ночью. 24 на 7, 36 на 28. Старый поплыл вообще. Вот это тоже вставьте, пожалуйста. Уже сколько раз вы меня вырезаете? Это упорство, это каждодневный почти труд. Подбадривание товарищей. Все это будет приходить к вам. Может, не сразу, постепенно, но всегда этого люди добиваются, которые этого страстно желают.